Всем привет, я Юлия Андреева, я расскажу вам о погоде на вторник, 20 октября. Во вторник на территории Кировской области ожидается преимущественно пасмурная погода, на севере области снег, в Лузи-Кирсе не больше 2 градусов со знаком плюс, малооблачно будет в Уржуме и Вятских Полянах, здесь плюс 6. В Кирове во вторник будет пасмурно, днем и ночью ожидается небольшой снег, в дневные часы столбик термометра поднимется до плюс 4 градусов, ночью ожидается 0 плюс 1, ветер подует юго-западный до 5 метров в секунду, влажность воздуха составит 78%, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, магнитное поле будет спокойным. Световой день во вторник продлится 9 часов 53 минуты, луна растущая. На этом у меня все. Это был прогноз погоды на вторник, 20 октября. Пока-пока.